Это что за трактор? Все, я получил все призы из танкофонда. Ой-ой-ой. Лепи лайк, если хочешь получить на свой аккаунт все призы из нового танкофонда. Друзья, если хотите получить вот такой и такой танки, тогда участвуйте в конкурсе на 24 тысячи танкоин. Для участия нужно просто поставить лайк, подписаться на мой канал, написать комментарий слово «участвую», а также в настройках ввести тег Биг. Ну и итоги я сделаю на своем стриме. Желаю всем удачи. Всем привет, друзья, с вами Биг Танкс. И в честь 14-летия танков онлайн разработчики добавили новый танкофонд. Да, это та самая халява, та самая движуха, которую ждут все игроки танков онлайн, в которой можно пофармить просто, ну, прям вот, вот вообще весь гараж себе новый сделать, новыми движухами, новыми штуками. И вот он наконец-то вышел сегодня. Разработчики анонсировали, и я прямо сейчас, ребят, вам покажу, что это такое, и покажу на своем аккаунте, потому что я это уже получил, хотя это еще даже не стартовало, и спецуху еще нельзя купить пока что, завтра можно будет, я так понимаю, да? Вы видите, что здесь за призы. В прошлый раз игроки прошли все 20 миллионов вот опыта, да, то есть чем больше людей купит спецуху вот эту, да, поучаствуют в танкофонде, то тем больше призов они получат. То есть если ты купил один раз спецуху за 1000 танкоинов, допустим, да, 1000 всего лишь танкоинов, и все игроки тоже купили, вы дошли, допустим, до, ну, до диктатора GT, то, значит, все игроки и все забирают вообще все вот эти призы, которые до диктатора, и сам диктатор, и вообще все. В этот раз у нас вот имеются всякие слоты, скин на фриз SE, молот Legacy, это то, что уже было, гиперионы, молоты, пульсар, огнемет пульсар, изида пульсар, это уже новое, кстати, изида Legacy это старое. А, собственно, из новых то, что вот только впервые вводится. Изида пульсар, раз. Скин рельса GT, два. Пульсар для рельсы, три. Пульсар для вулкана, 4. И диктатор GT скин, 5. Это то, что прям мега новое. Друзья, напишите прямо сейчас, как вам эти призы. Ну а я сейчас впервые зайду и уже покажу и посмотрю сам на эти призы на моем аккаунте. Потому что мне уже закинули их на тест, так скажем. Хотя еще нельзя, так скажем, купить и все остальное. Тут видите, вот скин диктатор GT. Дальше. Ой-ой-ой-ой-ой! Так, подождите, я хочу еще рельсу установить. Охренеть! Это что за корыто? Ой, а рельса GT еще не начислена. А почему? Так, ладно, хорошо. О, господи! О, господи! Это что за трактор? Ни хрена себе! Это что за трактор? Охренеть, какие огромные колеса! Диктатор GT! Друзья, напишите в комментарии, как вам этот скин? Но, по-моему, это какой-то трактор. Это реально трактор. Какой-то гоночный трактор. Охренеть! Блин, это максимально дико смотрится. Я сейчас смотрю. Во-первых, это колеса. Танки с колесами. Но, во-вторых, как бы... Почему такие большие колеса? И почему такая огромная задница? Ну, сзади это очень красиво. А вот тут вот... Ну, реально, как будто это трактор. Ну, реально, ну... Что это такое? Да охренеть. Так, подождите. А на рельсу пульсар есть? Так, пульсар на рельсу. А, вот он. Да, есть! А почему нет у меня на рельсу этого GT? Где он? GT рельса. Может быть, обновиться надо? Давайте обновимся. Так, ну я перезашел, сейчас быстренько смотрим. Что-то танки долго грузятся, может из-за обновлений. А, ну нет, скина на рельсу пока что нет, но появится. На самом деле, на рельсу, ну он максимально никакой. Ну, то есть тут, видите, меняется, что какая-то белая линия вот в конце. Ну, короче, какая-то полосочка. Именно вот ради этого скина я бы очень сильно хотел бы себе на основу получить. Также еще на вулкан. И он у меня тоже есть на аккаунте. Опять же, хочу сказать, ребят, если вы под этим роликом быстро набираете дохренище лайкосов, прямо вот давайте 600, просто 600 лайков, то я сразу же выгружаю обзор и тест определенного устройства. А какого, вы тоже можете написать в комменты, я сделаю тест и покажу, чтобы вы понимали, типа, есть смысл, а может и нет смысла набивать этот танкофонд, потому что, как бы, ну вот, то есть вулкан, пульсар, вот, также рельса пульсар и изида. Тоже пульсар, давайте изида, кстати, она GT у меня давно была, изида устройство пульсар, то есть изида пульсар, вулкан пульсар и рельса пульсар, это три новых устройства, которые пульсар что делает, они накладывают все статус эффекты,
Ну, собственно, там все делают. То есть это прям, ну, дичайшая имба. Вот, я бы сейчас, конечно, пошел бы с рельсой, пульсар бы и катнул бы, проверил, что вообще она из себя представляет. Я ждал какого-то устройства, которое прям, ну, вот что-то оно делает прям. И думаешь, блин, а что оно делает? Прям что-то вау. Но такого в этот раз нет. Такие салюты прикольные на фоне. А, и что я еще немножко расстроился, это то, что нет скин-контейнера. То есть добавили очень много, смотрите, всяких скинов. Просто даже тех, у кого уже есть такие скины, все равно запихнули. Но скин-контейнер не добавили в этот танкофонд. И я бы очень сильно хотел, чтобы скин-контейнер был. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Ой-ой, ой-ой, Санечка, снимаешь? Какое корыто? Это просто песос. Это просто корыто. Вы посмотрите. О господи. О господи. О, пульсар работает, работает. Я чела минус кинул. О господи, какое корыто. Какое корыто. Это жесть, это просто жесть. Как он странно смотрится, этот диктатор GT. Ёпрст, Эзитка, спасибо, что спасаешь меня. Он тоже, я так понимаю, ребята смотрят на эти колесные непонятно что. Но это просто... Я не знаю. Это очень странно. Он очень странно выглядит. О, я не могу привыкнуть к тому, что я нахожусь в танках. Ну вот правда, вот вообще. Вот эта жопа и эти колеса огромные. Но это, по-моему, чересчур жестко. Это просто чересчур жестко. Ё-моё. Ребят, напишите прямо сейчас в комменты, как вам диктатор GT с колесами. Нрав или не нрав? Так, я, по-моему, сейчас иду и отхреначу этого чела. Он меня напрягает. Так, все. На тебе пульсар! То есть вот что делает рельса пульсар. Ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ну, это я с этим... С овердрайвом диктатора, который постоянно дает крит. Блин, я не знаю, но я как-то даже... Вот такое чувство, будто я играю с новым корпусом. Не то, что прям скин. Вот непонятно. Ой, даблик хороший! Вкусно на рельсе даблик. Бамс! Блин, молот что-то пытался меня прочитать. Так, я думаю, что надо валить отсюда. Вот так мы сейчас валим. Возьмем аптечку здесь. А, аптечки нет, я понял. Блин, ребят, ну... Это имба, это имба. Все-таки диктатор офигенный. Мега офигенный. Рельса нагибает. В принципе, я прямо сейчас вижу, что она нагибает. И, в принципе, выдает большой урон. Выдает всякие поджоги. Изида, ты что не лечишь меня? Блин, ну, имба. Имба. Я не знаю, имба, имба, имба. Но грустно, что не добавили что-то прям вау. Ну, то есть, какое-то устройство, которое прям, ну, разрывает прям все стереотипы и все вообще, все ломает. Потому что разработчики обычно добавляют такое. А тут просто пульсар, как бы, да, пульсар это имба. Еще меня этот пульсар бесит на самом деле, потому что от него нет защиты. И его еще и штампуют. Это на самом деле такая штука. Но, собственно, мне кажется, дисбалансный танкофонд. И если игроки получат вообще все уровни, все призы этого танкофонда, а они скорее всего получат, то это будет очень жестко. Ну, очень жестко. Ну, прям очень жестко. Поэтому, ребят, лепите лайкос. Если будет много лайков, то как бы, тем больше игроков узнает о танкофонде и купит эту спецуху. А, наверное, завтра ее уже анонсируют и добавят. Поэтому прожимайте лайкос, чтобы как можно больше игроков поучаствовал в этом танкофонде. Это, опять же, это халява, которая добавляется раз в год. Вот на день рождения игры, на 14-летие танков онлайн, вот такую штуку разрабы добавляют, и вы сможете поучаствовать в такой халяве. Я тут уже за кадром угораю, пока выставлял камеру, но просто посмотрите, как это смотрится. Это как-то, я даже не знаю, оно вроде и круто, вот если сзади посмотреть, такой прям мощный, это прям такой... Прям реально классный, классный танк, то ли гоночный, то ли что такое. Но вот спереди это просто трактор. Я не знаю, но это очень, это странно смотрится. Но прикольно, нет, скин реально достойный. Вот диктатор, надеюсь, мы до него дойдем. Но он реально очень достойный. Но я более чем уверен, что мы дойдем. Опять же, ребят, просто поставьте лайк. И тогда мы 100% пройдем этот танкофонд. И больше людей узнает о нем. И мы точно заберем все призы. Ой, башня в воздухе немножко. Ну так, чуть-чуть слегонца. Короче, вот как-то так выглядит
диктатор. Диктатора смока. Лепите лайкос, подписывайтесь на канал. Если будет что-то еще новое, то я, конечно же, сделаю видос на канале. Поэтому прожимайте лайк, колокольчик. Ну, а с вами был Биг Танкс. Всем удачи. Жестко. Всем пока, друзья.